шанти-шанти-рыв, подсумок от патроны, да, под магазин даже, винтовки специальной снайперской, модель 2, модель 1, отличается наличием такой замечательной испанской застежки, которая мне дико нравится, я уже хочу увидеть где-нибудь на рюкзаке, наверное, потому что уж очень бесшумная и клевая. На охотничьих рюкзаках я бы тоже такой был бы рад видеть. Здесь у нас крепление мале, все стандартно, оно пришито, соответственно, полностью снять его не получится, как я понимаю. Да, полностью снять его не получится. Так, я думаю, что не у всех есть ветровка специальная снайперская, тем более дополнительные патроны под нее. Поэтому давайте посмотрим, что сюда можно убрать. Ну, там, телефон, например, все понятно. Снизу техническое отверстие на люверсе, чтобы вытряхивать всякую гадость. Вот. Ну, в айфонах можно померить. Так айфон влезает. Ну и в принципе вот так айфон тоже влезает. И глубина. Мне кажется, неплохо может подойти для какой-то крупной рации, да, ну и для чего еще. Я голодный, мне хочется сюда хот-дог убрать. Ну, это уж мои собственные проекции. Я думаю, что вы можете придумать что-то получше. Давайте, наверное, завернем этот рубль тем, что взвесим подсумок. Еще раз закроемся. Так. 72. Да, в общем, 72 грамма по сумку под... для магазина, восковой, готовки, специальные снайперские. В общем, если было хоть немножко полезно, ставьте лайки, в остальных случаях оставляйте предложения, подписывайтесь на наш канал, заходите на сайт. И, ну, либо хороших вам стрельбищ, либо хорошего вам обеда, если вы тоже голодны. Лайк, если вы голодны.